Мир всем, братья и сестры, благослови вас всех Господь и сохрани во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу, Иисусу Христу, Спасителю, за путь, истину и жизнь вечную. Я кричал к Иисусу, когда я умирал в своей комнате. В Библии стоит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное». Я кричал и просил Бога: спаси меня, помоги мне, прости мне мою вину, Иисус, войди в мое сердце. И в моей комнате была такая молния, я почувствовал такую любовь, у меня потекли слезы, я почувствовал, что Бог любит меня, такого грешного человека, как я. И я начал читать Библию, я начал идти за Богом, я начал записывать этот канал. И теперь я говорю лично тебе, дорогой мой друг, Бог тебя также любит. Бог тебя также хочет спасти. Бог хочет также с тобой быть везде и всегда. Потому что это наш Отец Небесный. Он хочет, чтобы все дети возвратились назад к Отцу и были с Ним до конца. С нашим Отцом Небесным. Аминь, дорогие братья и сестры. Просто когда моя цель — объяснить людям, что есть спасение. Моя цель — сказать тебе, что Бог любит тебя. Моя цель — передать тебе спасение. В Библии стоит: вера приходит от слышания. Да, мы слышим это, что как мы еще по-другому, если мы не говорим, да, про Бога, если мы молчим, когда человек не услышит это, так мы говорим про это. Библия говорит: иди в свой дом, расскажи всем, иди в город, расскажи всем, идите по всему миру, говорите про Царство Небесное, стоит в Библии. Это будет происходить. Будет происходить в последнее время, стоит. И сейчас мы живем в последнее время, потому что Царство Небесное проповедано по всему миру, всем народам, везде проповедано. Но теперь идет вопрос лично тебя, дорогой мой друг, и также меня. Хочешь ли ты идти за Богом? Принимаешь ли ты истину? Хочешь ли ты жить в Его воле? Хочешь ли ты быть готов встретить Бога? Некоторые люди носят крестик, ставят свечку, но они не хотят не читать Библию, они не хотят жить так, как хочет Бог, они не хотят распространять Царство Небесное. Это хочет Господь, братья и сестры. Здесь поймите одно: условия ставим не мы, а условия ставит Бог нам. Также, да, не надо делать себя богами, потому что Бог, Он все делает. И Бог знает, Он от любви к нам, Он знает, что лучше для нас. Это жизнь вечная в Иисусе Христе. Давайте доверимся Богу. Давайте начнем идти за Ним. Давайте начнем служить Ему и просто быть с Ним до конца. С нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Это единственное спасение и выход. Выход на свободу, братья и сестры. Выход из тьмы стоит. В Библии стоит, что мы как мертвые по преступлениям нашим. Бог оживотворил нас, посадил на небесах в Иисусе Христе. Теперь мы спасенный народ, мы принадлежим Богу. Мы хотим идти за Богом, мы хотим служить Богу. Мы хотим быть с Богом в вечности, прославлять Его. Аминь. Мы хотим слушать Его, мы хотим доверять Ему. Мы хотим верить Ему, братья и сестры. Ну просто... Я для чего я это сейчас записываю? Для людей, кто покаялся или принял Иисуса, и все, тихо. Поймите одно: нужно действовать, нужно что-то менять, нужно куда-то идти, нужно что-то делать. У тебя есть цели, иди к своим целям, не сдавайся, берись за все, что Бог тебе дает. Благодари Бога за все, что тебе было. Может быть, у тебя сейчас не то, что есть у другого, но у тебя есть спасение. Спасение — это самое важное, что тебе нужно в этом мире. Спасение от ада и смерти. Все остальное, говорит, приложится вам. Что стоит в Библии? Ищите же прежде. Что ищите? Царство Небесное и славы Божией. А все остальное приложится к вам, к нам, братья и сестры. Будем стучать, искать, доверять до конца. Бог открывает нам откровение. Держимся за это откровение. Откровение о спасении. Мы просто должны продержаться до конца за спасение. Дьявол — это вор, это лицемер. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Он крадет веру. Если он крадет твою веру, он тебя полностью обворует. Так как было в моей жизни 15 лет.
Из-за этого я говорю тебе, не делай ошибки, так же себе. Мы не должны делать ошибки. Наделали ошибки, хватит, пришли к Богу, поблудили, погрешили. Давайте теперь служить Ему от чистого сердца и до конца, братья и сестры. Время мало, Бог хочет, чтобы мы принадлежали Ему. Бог хочет, чтобы мы были с Ним. И Бог хочет, чтобы мы доверяли Ему. Действуй и действуй, действуй. Действуй с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом, чтобы Он в твоей жизни действовал и менял и делал все. Благослови тебя, Господь, и сохрани. Во имя Иисуса Христа. Аминь.